Хлопушки, ну что? Да, это типа газовые гранаты, которые нифига не газовые. Ну, короче, один на школе сидит. Сейчас я его сниму. Зум. Нет, у меня зума просто нету почему-то. А нет, газ есть. Вижу одного вот. Снял одного. Не снял. Там рядом со школой, короче. Поэтажка есть, кто-то стреляет. Угу. Вот на ней на крыше туда гранату кто-то закинул бы, было бы хорошо. На крыше убили все. Ага. Вот где белый Сын. Газ вот этот, там лежит один, не убитый, по-моему. В синем берете свой бегает в доме? Ну, мы в беретах были, да. В доме просто в этом, где вот убили, сейчас я убил, на крыше, там на первом этаже кто-то бегает. На школе, по-моему, минус. Паша, а что это сейчас было? Ты, ну ты их двоих такой в соседнюю квартиру пропустил, такой как вахтерша. Я хотел гранатку им кинуть. Что-то долго думал. Я сначала хотел выстрелить, потом думаю, не стрелять я не буду. Наверное, гранатку кину. А, ты сидел, гранаты щелкал? Нет, я соображал. Ага. Долго думал. Такой. Нет, я понимаешь, я еще думал, что здесь свой, а в синий. А это синяя, блин, не берет, а кепка синяя. Вот кто это. Это не свой был, я поэтому боялся что-то делать. Какой кнопкой глянуть, кого завалил? Ян. Меня ты шмальнул. А где еще один наш? Да он Хатаб сидит на стекляшке. Он пока не предпринимает никаких попыток. Ну пока гей сильнее пидорасов. Хатап увидел спитера? Да, да. Вы салют. Паш! Есть! Хорош! Колбик. А шо, он без берета был, что ли? Да. А, ну берет нельзя снимать, вы чё? Ладно. Я думал, поэтому что-то свой, потому что он был не берет. Мы все поснимали. Не все. Ну, почти все. Кроме Паши, который... Зато он тебя покуешил и ты там трохочковый снял кинул. Берет, так я думал, потому что берет снял. Понятно все. Думал, он туда, вот берет поснимали. Мне нравится виртуальная цена, в котором ничего нет, это хида. Ну, так я не добавлял виртуальный арсенал. Там ящик стоит. Ну, так это не арсенал, это просто ты можешь посмотреть на себя с третьего лица. Обманщик. То посмотри, какой ты гиюга сам. А знаешь, не можешь же пользоваться. Ты будешь его таскать, короче, кто-то будет в арсенале и будет видеть, что за забором находится. Ага, держи в курсе. Тупо прям на ходу. А, ну, конечно, тупо придумал сейчас, да, специально. Ты на ходу сейчас придумал, на самом-то деле. Или в дом заглядывать через стенку. Угу.
Причем ты можешь отдалить даже второй и третий этаж увидеть в этом доме. Ну хорошо, вот стой посреди поля, раньше, тебя же никто не убьет посреди поля, если ты стоять будешь в оцинале. Так ты возле стенки можешь поставить и типа смотреть через виртуал. Всё, а, то есть ты будешь носить этот ящик, ну таскай его с собой, хорошо. Зверь видит его, нет? Нет. Нет, видит, по-моему. Нет. Он сейчас должен был увидеть. А, нет. Сейчас, может, увидит. Ну не через парадный же вход, Хаттаб, ты чё? О, молодец. Что с флагом? Почему его арма сломала и он стал какой-то неправильный? В плане? Флаг, он какой-то неправильный, цвета лишь покорёжились. В плане красный, вместо желтый, зелёный. Какой-то оранжевый, не оранжевый. А у тебя? Синий, фиолетовый. Картинка сильно яркая, похоже, просто. Там с оттенком пошло, либо арма так читает цвета яркие. Каналы там, там у него проблема может быть. Да, там проблема с яркостью у армы есть. Я когда рисовал текстуру солдата Второй мировой, я задолбался яркость настраивать. И как мне там пилка тыкать? Темных немецких удобно было. Я только уменьшал яркость текстуры, то есть как ты ее воспринимаешь, надо темную делать вообще. Понятно. А, слышишь, а БТР также заменяется текстурой через конфиг или как-то по-другому? Можно через конфиг. Нет, я просто на днях сидел, типа ковырялся, хотел создать свой пак вот этих самых на основе RFS перерисовки. Но типа я набил на борт, закинул все это в RFS папку, то есть я копию сделал, но типа оно у меня не, мало того, что оно не отображалось, так все эти текстуры они, типа не было перерисованы. Там надо еще прописать вот этот путь. Так нет, там готово. Не в конфиге, а... Нет, я готовый взял, я просто изменил ее, я цвет изменил и с этим же названием обратно запихнул. А, без распаковки просто запихал туда внутрь? Ну как, само? Ну, не знаю. Ничего не скажу, так я ни разу не делал. А как включать, чтобы консоль на миссиях работала? А там, пошел, пора этих миссий надо. Да, Хаттаб? Что? Чё плёшь? Конъюнктурно?